Этот класс в 7-й школе города Иваново особенный, педагогический. Он создан для тех, кто определился с профессией уже в столь юном возрасте и хочет в дальнейшем связать свою судьбу с педагогикой. В классе учатся 25 детей. Они прошли отбор в профильный класс. Учитывались результаты двух профильных предметов «Русский язык, обществознание» и аттестатов. И 25 детей по рейтингу поступили в профильный педагогический класс. Это дети наши, 12 человек, и 13 человек из других школ города. Сегодня мы презентуем условия обучения в педагогическом классе для следующего набора. Открыли педагогический класс в 2016 году. В школьной программе появился предмет «Введение в профессию», задача которого – дать ребятам базовые знания. Тема урока на этот раз – психологическая характеристика детей младшего школьного возраста. Но ребята занимаются не только в школе. Еще они посещают «Новацию» и детско-юношеский центр номер один. Нас готовят уже к педагогической деятельности, уже с самого начала. То есть мы узнаем базы, костяк вот этот весь. То есть, поведение детей, о конфликтах, обо всем этом. А в детстве мы тоже, в принципе, то же самое, это уклоны психологии. То есть мы узнаем там конфликты, все вот это возрастные типы. По итогам обучения ребята из педагогического класса получат сертификаты, подтверждающие уровень их знаний по таким направлениям, как робототехника, фотодело, графический дизайн, психология. С таким багажом знаний школьники без проблем в будущем смогут найти себе работу. Максим Серебряков, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.